Друзья, и всем привет, привет, привет! С вами снова Виталий Скрипник на моем авторском канале по заработку в интернете. Возможно ли зарабатывать в интернете? А давайте проверим. И вот я уже полтора года проверяю и на самом деле убедился, что в интернете можно зарабатывать. Поэтому, друзья, если у вас что-то не получается, просто не отчаивайтесь, продолжайте учиться. Все через это проходят, и я проходил, у меня тоже не получалось, но я продолжал, и в конце концов начало получаться. Поэтому и у вас все получится. Ну а сейчас в этом видео, друзья, я хочу рассказать некоторые новости по Leo Pace. Сейчас постараюсь быстренько их рассказать. И уже, как обещал, чуть позже... ближе к вечеру выйдет обязательно видео по рекламе. То есть то, что я обещал, как давать рекламу. То есть я буду онлайн показывать, где я прям буду онлайн размещать рекламу. Сам буду рекламироваться и показывать, как это делать. То есть вот так вот. И также, смотрите, хочу вам порекомендовать на канале «Эффективный инвестор». Я сегодня записал два видео. И одно видео — это «Куда вложить деньги в интернете в 2018 году», обзор моих инвестиций в интернете. То есть здесь делаю я обзор по инвестициям, то есть куда я вкладывал, ну, по тем инвестициям, что у меня размещены, по тем проектам, которые на сайте. Там и про Barrel Company, и про Cashberry, и про Суперкопилку. То есть смотрите, кому интересны инвестиции, кто вкладывается, кто зарабатывает, ну, пассивным доходом, да, от вложений, посмотрите эти видео. И также я записал видео про инвестицию в ICO компании Leo Pace, как можно умножить свой капитал за несколько месяцев. Потому что вчера я рассказал по ICO, у многих возникли вопросы, конечно, ну, не все понятно, да, то есть по ICO, да. Поэтому здесь я попытался немножко объяснить поподробнее, что такое ICO, как сделать эту инвестицию. И я уже сам, вот я вам хочу показать, я уже купил этих монет 3125 штук. Вот монет, то есть почти на $200 я купил этих монеток вот сейчас на ICO. Поэтому здесь, смотрите, с каждым днем монетки, они могут дорожать. То есть сейчас там акция 25% бонус. То есть, как я рассказывал, ну посмотрите это видео. То есть не тяните, если хотите участвовать, то смотрите сейчас, потому что время идет. То есть вот так вот. Ну а сейчас я хочу поделиться новостями, да, важными, просто то, что мне надо сказать вам. И смотрите, для тех, кто в первый раз сейчас, вы, возможно, слышите про Leo Pace, потом, скорее всего, такое, ну, много будет таких людей, то где вам найти всю информацию по Leo Pace, как зарегистрироваться, как начать зарабатывать без вложений, получать пассивный доход, заходите на мой сайт по ссылочке в описании inbiz.plus.ru или вот в шапке моего канала. Вот попадаете на мой сайт по самой первой ссылке. Заработок в интернете от А до Я. И заходите в раздел «Социальные бизнес-сети». Нажимаете этот баннер. И здесь вот есть статья «Leo Pace. Бизнес-сеть с кучей фишек и автодоходом без вложений». И начинаете смотреть с урока номер один. Жмете на видео. Кнопочка «Регистрация». Регистрируетесь. И потом можете смотреть урок 2, урок 3 и урок 4. И сейчас я записываю пятый урок, можно так сказать. Поэтому смотрите, изучайте. И также я всем, друзья, рекомендую, даже если вы уже зарегистрировались, пересматривайте по несколько раз видео. Друзья, потому что вот я целыми днями занимаюсь одним и тем же. Отвечаю на вопросы, которые я уже рассказал в видео. Просто я понимаю, что... ну, многие ленятся, не хотят пересматривать, начинают сразу задавать. То есть я же не могу за вас зарабатывать деньги, правильно? То есть я понимаю, когда у человека возникли вопросы, те, которые я не рассказал, да, что-то, это да, это классно. Но когда вы уже задаете одно и то же, то, что уже давно рассказано, то это говорит о том, что вы просто не смотрите. Я всегда всем вам говорю, пересматривать нужно несколько раз. То есть несколько раз видосы, и вы сами убедитесь, когда вы второй, третий раз, то есть каждый раз даже вы будете просматривать, вы опять что-то новое найдете или найдете какую-то ошибку, которую вы допустили. Поэтому, друзья, всегда пересматривайте видео, потому что, ну, если вы хотите зарабатывать, вот так вот. Итак, друзья, по новостям, смотрите, самая первая важная новость, которую хочу сказать. Вот здесь написано, видите, очень важная информация сейчас в кабинете.
уже разместили, этого не было, но уже разместили. Вот в ночь с 9, то есть сегодня ночью, с 9 на 10 августа мы будем проводить обновление системы POSA и сайта в целом. Ночью сайт может быть недоступен, то есть с нуля, то есть доступ на сайт будет ограничен. То есть это может быть, может не быть. То есть, но тех работы будут ночью. То есть обратите на это внимание, те, кто заказывает рекламу, чтобы вы не потеряли денежки за рекламу. То есть вот ночью будут техработы. Вот так вот. Второе, смотрите, по тарифу старт и по тарифу VIP. То есть все равно много возникает вопросов, да, вот у вас. И даже вот в последнем видео, которое я записал, всем смотреть, такого еще не видел. И там я говорил, что я на 100% разобрался в тарифе старт. И все равно я в этом видео допустил еще небольшую ошибку. То есть там ничего нет страшного. Я вам хочу так сказать, чтобы, ну, если не хотите в эту кухню внедряться, самое главное, что вы по тарифу старт должны понять. Самое главное, что если вы привлекаете рефералов, то вы получаете хорошие проценты с этого. Если у вас даже не получается привлекать рефералов, но вы оплатили за 50 рублей старт, то рано или поздно переливом вы все равно получаете какие-то деньги. Там по 25, по 50, по 100 рублей. То есть рано или поздно. И таким образом создается пассивный доход. Я сам уже я сейчас, у меня и переливы, там у меня уже около 100 клонов перешло. Короче, там это такая, ну, сложная система. Короче, что если туда вникать, то и голова кругом пойдет. Самое главное, что чем больше вас, я вам хочу сказать, чем больше вот заполняются ваши матрицы, вот эти клонируются клоны, реинвесты происходят, чем больше растет сеть, тем быстрее и быстрее начинают деньги просто, знаете, как будто они с ниоткуда сыпятся, потому что вот это идет переливы. И вот у меня уже, смотрите, вот 7625 рублей автовыплата. Вот. Я вам серьезно говорю, вот постоянно с откуда-то, вот смотрите, только записываю видео, я постоянно удаляю, вот опять 25 рублей с откуда-то пришло. Потому что вот так вы распространяетесь, и все. Потому вот если не хотите вникать вот это вот саму кухню, как вот эти проценты происходят, здесь все автоматически, оно все реинвестируется, и все. Но смотрите, если вы хотите все-таки вникнуть в это, то представители компании в субботу и воскресенье будут проводить вебинар. В субботу будет вебинар именно по тарифу старт, супербинар, а в воскресенье будет вебинар именно по тарифу VIP, мегабинар. Это будет в 18.00 в субботу и 18.00 в воскресенье. Смотрите, где вы можете найти эту информацию, опускаетесь вниз по сайту, и здесь есть вот телеграм-чат общий, можете почитать это в телеграм-чате. Там, кстати, всегда они, самые первые новости идут в телеграм и на скайп. Вот здесь есть скайп, если вы добавитесь, там тоже быстрее всего идут новости. А потом уже новости вот сюда в раздел новости добавляются на сайт. То есть, потому что я вот в телеграме это прочитал, а в новостях еще этого не было. Поэтому вот можете подробно почитать, и там, смотрите, ссылочка будет на вебинар, если вам это интересно. Также здесь, смотрите, вот есть же у них ссылки на их группы в Фейсбуке, ВКонтакте. То есть обратите на это внимание. Вот так вот. С этим понятно, да? Следующее, что хотел сказать. Смотрите, я постоянно забываю, уже которое это я шестое видео записываю, и в каждом видео собираюсь вам рассказать про бонусы Leo Pace, то есть про какие, про акции Leo Pace, которые проводятся. И каждый раз забываю. И спасибо, вчера одна подписчица напомнила, говорит, почему вы про акции не рассказываете? Точно, я уже большими буквами у себя в тетрадке написал, не забудь рассказать про акции Leo Pace. Смотрите, здесь очень много акций. Ну, во-первых, ICO это сама по себе акция, но об этом я уже рассказал. То есть, как дешево купить монетки, вот посмотрите на канале «Эффективный инвестор». Также здесь, смотрите, есть промо, большая сейчас промо-акция идет, вот здесь вот промо-конкурсы, если вы нажимаете, вот промо-акция, она будет идти до 1 декабря, смотрите, и здесь большой призовой фонд, 2 до 40 с чем-то тысяч монет разыгрывается, то есть это призовой фонд в размере 22 тысячи долларов, вот он, или 1 миллион 316 тысяч рублей. В чем суть конкурса? Просто привлекайте сюда рефералов, то есть и чем больше у вас будут рефералов, но учитываются только активные рефералы.
То есть, если реферал просто зарегистрировался и ушел, то, конечно, он учитываться не будет. Здесь вот как раз вот эта система POS-а, которая сегодня будет обновляться, именно она вот работает под, именно как определяет активность вашего партнера, то есть этих. И смотрите, здесь вот здесь можете почитать, доступно 20 призовых мест. И вот смотрите, за первое место получают 20 тысяч ЛПС, за второе 10 тысяч, и вот так далее. 5, 3, 2, 1. И вот даже тут я не знаю, поскольку это 30-й. Вот. На 20-м месте 1 ЛПС будет, на 19-м 3, 5, 10. Я знаю, что тут моих партнеров много. Вот один, вот этот партнер. Я даже видел, если вы сейчас себя узнаете в видео, я даже видел вашу рекламу на одном сервисе. Вы молодец. Вот человек рекламируется по моим материалам. Сделал сайтик и льет трафик туда. И вот смотрите, он сейчас на 3-м месте. Вот этот мой партнер. Вот и все. У человека нет YouTube канала. Ну, не знаю, может и есть, но он пользуется полностью вот теми бесплатными материалами, которые я вам даю. То есть, пожалуйста. И вот он уже на 3-м месте, у него 41 активный партнер. Друзья, это 41 активный. Вот у меня, смотрите, 148 активных. Я сейчас на 1-м месте. Но на самом деле у меня партнера, вот сейчас я вам скажу, сколько сейчас моя команда. Моя команда. Вот, лично приглашенных 502 человека. А видите, а система определила, что активных только около 150. То есть, так же самое вот и у того человека, моего партнера на 3-м месте, да, вот у него активных 41, а по факту у него может быть уже рефералов 200. Поэтому, друзья, вот человек не сидит, пользуется моими бесплатными материалами, и все. Теперь смотрите, давайте по бесплатным материалам. Я вам говорил, что как их получить, что вы заходите в мой профиль, да, это я захожу в мой профиль. Вам надо, чтобы как вам зайти? У вас есть два варианта. Вы можете на вот этой страничке скопировать мой логин. Вот он. Скопировать. И здесь вот в социальной сети, да, вот здесь есть поисковичок. Вот так нажимаете, вводите мой логин, и вы попадете на мою страничку. Или вы можете зайти вот в раздел «Моя команда». Вот так вот. Сейчас «Моя команда». И здесь у вас есть информация, вот здесь будет картинка, мой спонсор личный. Здесь будет моя аватарочка, вы же помните, моя аватарочка, там я с женой на аватарочке. И вы можете, когда вы нажимаете на мою аватарку, вы попадаете на мой профиль в социальной сети, вот на вот эту страничку. То есть, если вы еще не сделали себе страничку в социальной сети LeoPace, вот, ну, типа как ВКонтакте, в Фейсбуке, то сделайте, заполните, как я рассказывал это видео, потому что, ну, это нужно для... то есть, если вы хотите здесь работать, она вам нужна, и тем более, это, она дает вам много бонусов разных. Один из них, то есть, у вас быстрее монетка добавляется. И здесь есть пост, я закреплял пост, да, где ссылочка на вот этот лендинг, да, который я для вас сделал. Но, друзья, как я и обещал, да, чтобы чужие партнеры к нам не лезли, да, то есть пусть чужими занимаются их личные спонсоры, я изменил ссылку, здесь сейчас нет той информации, здесь я написал, друзья, чтобы получить материалы со всеми уроками, инструкциями, пишите мне в личные сообщения на LeoPace. То есть, заходите, да, добавляетесь в друзья ко мне, все как ВКонтакте, в Фейсбуке, и пишите, там есть кнопочка личные сообщения, или даже вот в разделе, если моя команда, да, здесь, по-моему, тоже есть написать сообщение, я не знаю. Ну вот, вот, например, вы вот так вот заходите, да, вот это ваш спонсор, здесь я, да, вы нажимаете на аватарочку, вот так, и попадаете на мой профиль. Вот здесь кнопочка «Добавить в друзья», добавляетесь в друзья, и вот здесь «Отправить сообщение», то есть отправляете личное сообщение. И что вам нужно, смотрите, будьте внимательны, что вам нужно в личном сообщении указать. В личном сообщении укажите дату регистрации, какой у вас тариф, то есть бесплатный, старт или VIP. То есть для чего это нужно? Чтобы я вас быстро нашел. Потому что если вы не укажете, если у меня времени будет мало, я могу, то вы можете долго получать материалы, потому что если мне некогда будет искать. Но если вы укажете дату, то я быстренько. У меня эта вкладка никогда не закрывается, потому что я собираю монетку
как я говорил. То есть, поэтому я вкладочку не закрываю, поэтому я увижу всегда, когда пришло сообщение, и я вам сразу, если вы мой реферал, мой партнер, я вам сразу скину ссылочку на материалы. Смотрите, в материалах я уже записал 4 урока по бинару, записал по ICO, и завтра еще буду добавлять уроки. То есть там уже, там я добавил баннеры рекламные, поэтому, пожалуйста, смотрите. Ну, вам придется всем сейчас, потому что у вас у всех ссылка на эту страницу, но этой странице уже, на этой странице уже нет материалов. Поэтому вам нужно всем будет мне написать. Вот так вот. То есть, ну, вы поняли, для чего я это сделал. Чтобы у нас, ну, чтобы чужие, вот, другие, потому что они захотят конкурировать с нами, да, то есть, а мы будем развивать свою сеть, свое партнерство. То есть, я делаю все для своих партнеров. То есть, тех, кто вот хочет быть со мной в команде, я для вас это все делаю. И делаю это бесплатно. Вот так вот, друзья. Да, еще хочу сказать, вот у меня записано, что для тех, кто будет, захочет участвовать в ICO, завтра я обещал на канале «Эффективный инвестор», я запишу видео, как создать эфир-кошелек. То есть, если вам надо будет эта информация, то завтра видео на канале «Эффективный инвестор» будет по эфир-кошельку. Я уже себе создал эфир-кошелек. Просто я никогда не работал с эфиром, но вот теперь буду работать, потому что сейчас много проектов, в которых принимают эфир и инвестиции в эфире, и это даже выгодней. Поэтому я буду тоже собирать эфиры сейчас. Вот так вот. Так. Для VIP-ов, смотрите, еще информация у меня для VIP-ов. Это уже, наверное, последнее. Те, кто купили VIP-тариф, друзья, еще раз напоминаю, не тяните. То есть, я знаю, что многие вы ждете моих уроков. Я, конечно, как можно максимально быстрее. Я и так сегодня уже, наверное, уроков 6 записал. Я буду стараться быстренько записать уроки. Но вам не обязательно ждать. То есть, заходите в раздел «Инфо», «База знаний», и там есть вся информация, что делать VIP-ом, то есть как вам настроить хостинг, как вам домен, как вам пользоваться вот этими бесплатными сайтами, то есть чтобы создавать подписные страницы. То есть поэтому не тяните, потому что, ну, тариф VIP оплачивается ежемесячно, то есть как подключить автореспондер. Вот так вот, поэтому не тяните. Да, и по акциям же, я же по акциям не все рассказал. Я вам сказал, что да, вот промо-акция до 1 декабря вот здесь, но это еще не все. Еще вот здесь в разделе промо, здесь, во-первых, вот есть тоже баннеры, есть для, чтобы делать посты для ВК, Фейсбук, Одноклассники, вот здесь есть фотографии, также фото для Инстаграма, и вот здесь есть еще кнопочка промоушен. То есть здесь тоже есть промо. И здесь, смотрите, здесь уже полегче, и это будет работать бессрочно. То есть эта промо-акция работает всегда. То есть, и смотрите, первый бонус — это 100 LPS, друзья. И я, как я говорил, что в ноябре LPS будет стоить 32 рубля внутри здесь, внутри этого сайта, 32 рубля. То вот посчитайте, умножьте на 100 монет, это будет 3200 рублей бонус. Что для этого нужно сделать? Вам нужно на первой линии, чтобы у вас было 10 партнеров VIP, и на второй линии 10 партнеров VIP. И вы получаете вот такой бонус от компании. Потом есть второй бонус, 300 LPS, то есть это почти у нас 10 тысяч рублей. Ну вот $150, видите, здесь вот уже написано, кстати. Да, вот тут $50. Вот. То есть надо 10, ну и так далее. Потом, смотрите, на третьем вы получаете iPhone подарок, 120 гигабайт. И на четвертом получаете iPhone 8 256 гигабайт в подарок. А на пятом шаге вы получаете MacBook в подарок. То есть это вообще такой крутячий. Ну, конечно, условия. Я вот смотрел здесь условия. Я не знаю, я, наверное, даже за год таких условий не смогу выполнить. То есть 30 личников VIP-ов надо. И вот даже до четвертой, на четвертой линии надо, чтобы 1000 VIP-ов было. Но, друзья, есть к чему стремиться. То есть компания поощряет активных пользователей, то есть мне это нравится, то есть к чему стремиться, и я буду все делать, стараться, потому что почему бы не получать вот такие вот бонусы.
То есть это очень интересно. Поэтому вот так вы можете поучаствовать вот в стриме. Это как ваш, знаете, как мотивация, да, и вот этот промо, и также промо номер один. Поэтому, друзья, активно привлекайте рефералов сюда. То есть сейчас это очень выгодно. И сегодня я еще запишу видео по рекламе. То есть, и вы увидите, как это делаю я и почему выгодно привлекать рефералов Leo Paste. Потому что это, ну, выгодно только по одной простой причине, потому что у вас сразу, во-первых, без вложений заработок идет, да, но также все, я думаю, все, я не знаю, если кто-то найдется, кто не активирует тариф старт за 50 рублей, это будет редкость, но все хотят активировать вот этот тариф старт, потому что он бессрочный, один раз активировали и живете на переливах, то есть, и поэтому ваши партнеры будут тоже покупать тарифы старт, особенно с моими видео, те, которые я вам даю на вашем сайте, то вы сразу окупаете трафик, да, потому что вы сразу получаете от своих партнеров. Ну, также здесь, ну, как вы поняли, партнерская программа, ну, куча предложений и по ICO, то есть вы даже сейчас без вложений по ICO, если ваши партнеры будут покупать монетки, вы будете получать 5%. То есть 5% по социальному майнингу, то есть и по тарифам вот старт, супербинар, VIP, мегабинар. И там еще куча там этих бонусов. Там, короче, друзья, это вникать, если вам интересно. Факт тот, что компания вот поощряет, активно поощряет. То есть это ну, так работают все вот сетевые компании, то есть классические сетевые компании, и это правильно, то есть чтобы у людей было всегда как то, к чему стремиться. Поэтому, друзья, не упускайте свой шанс с Leo Paste, начинайте развиваться здесь, учитесь, и у вас все получится. Ну, а мы с вами еще встретимся вечером, поэтому всем до вечера, пока-пока.